Я написал, что Путин сказочный долб и многоточие, а у них написано, что я долб. Ну, они это приложили по уголовному делу, они взломали мой контакт, соответственно, ну, написали и удалили его сами. Юрий, простите, пожалуйста, а я вот читала, что представители контакта сказали, что они не нашли следов взлома вашей страницы. Вы видели это? Так они что угодно могут сказать. Что они сказать? Они все угодно могут сказать, потому что на них давят, наверное, рычаги вот это, ну, самой власти. Потому что они видят, что люди просыпаются, ну, пишут мне, я никуда ничего не пишу. Там какие-то вывешивают, у тебя там оскорбления сейчас получились. Это провокация какая-то. Они сейчас опять что-то там пишут, ну, то, что я опять что-то вывесил. Я ничего не вывешиваю. Я отвечаю только на сообщения. Что они там в натуре опять меня хотят привлечь к уголовной ответственности?